Всем привет-привет, с вами Флешка, и это женские игры. И мы продолжаем развлекаться на карте Refuge, укрытие, да. И сегодня я бы хотела все-таки закончить вот эту ветку. Спасибо вам огромное. Вот я бы сейчас пошла, искала вот эти кустики из Palms Harvest Craft в надежде выбить семечку Spice Leaf. Потом поняла бы, что мне нужен еще и перец. Летала бы в поисках дерева, на котором растет перец. Но нет, спасибо вам огромное, что вы мне подсказали. Да, маркет. Маркет из Palms Harvest Craft за эмеральдики. Вы можете получить все, что угодно. Да, хоть семечко дьявола. Вот, собственно. И чем я займусь? Я сейчас буду делать вот эту куриную эпопею, которая у меня есть. И мне кажется, вот у меня есть курочка. Поехали. У меня есть масло, у меня есть всяческие поты, шмоты и еще что-то. Мне кажется, надо хлебушка надо сделать, да? Я так сюда и не поставила ни одного крафтинг-стейшена. Вот ни одногосеньки не принесла. Давайте здесь сделаем еще один личный крафтинг-стейшен. Я смотрю на себя в инвентаре и просто пугаюсь от того, что я вижу. Честное слово. Ты будешь подхватывать сундук? Ты вот эти сундуки не подхватываешь, к сожалению. Ну что ж, поехали. Сделаем для начала жареную курочку. Для этого нам надо. Нам нужен горшок. Вот. Выкладываем по порядку. Вот, собственно. Курочка. Дальше что нам надо? Нам нужен мешочек муки. Есть такая буква. Мешочек муки. Наверное, для панировки. Дальше нам нужен листик специй. Есть листик специй. Дальше черный перец. Это в ступке раздолбить один стручочек черного перца. Есть черный перец. Я купила через Trade Station. Напоминаю. И баночка масла. Та-дам! У нас есть жареная курочка. Это первая курочка, которая нам нужна для задания. Еще нам нужна лимонная курочка. Для этого нам нужна, собственно, курица, лимон, сыр и противень. Берем противень, курицу, лимон, сыр. Не получилось, я что-то выложила не так. Лимон сверху. Есть ли? Опа. А, масло, масло, а не сыр. Прошу прощения, я думала, с сыром будет вкуснее, но хотите масло, пускай будет масло. Как у нас делается масло? Масло делается соуспен. Silk tofu, кстати, можно использовать. У меня нету silk tofu. Сделаем. Один. Один, один. Давай. Ты сначала делаешь silk tofu, а потом все остальное. Soy milk. Хорошо. Следующий заход. Следующий заход перекрафта. Есть silk and tofu, соуспен и щепотка соли. Если я не ошибаюсь, да, щепотка соли. Соуспен, silk tofu и щепотка соли. Мы получаем кусочек масла. Походу, даже соленого масла. Есть, у нас есть лимонная курица. И последнее, что осталось сделать, это самое простое, это chicken sandwich. Это у нас сковородка. Сковородка, хорошо. Дальше, собственно, курица. Хлебушка у меня нету здесь скрафченного. Давайте там скрафтим, чтобы столик не освобождать. Хлебушек. И там, кажется, майонез от меня требуют. Срочно надо зачистить все вокруг базы, потому что хлебушек и майонез. Это джусер с яичком. Совместить. И это у нас есть. Отлично. По правде говоря, сюда бы еще и уксус. Как бы, если мы по-настоящему майонез делаем. Но, в общем, это же все-таки Майнкрафт. И в награду нам дают сумочку и золотишко. Ей! То, что я хотела. Ветка закрыта. Я очень рада. Я безумно рада, что ветка закрыта. Все эти прелести складываем сюда. Так. Ей! И сейчас отправимся по следующим заданиям. Сегодня я, наверное, бы хотела упороться все-таки в Applied Energistic.
Потому что нам надо расширять нашу систему. Сейчас я вам покажу, как я там сделала временную запитку. Она мне не нравится, она сильно нагружает мне игру. Я ее переделала все-таки на Potion-генератор. Potion-генератор мне больше нравится. Итак, у нас есть веточка Sorting all the things. И нам предлагают сделать Fluix-кристаллы. Fluix-кристаллы, насколько я помню, делаются очень просто. Это один Charged Certus Quartz, один Nether Quartz и Redstone Dust. Значит, Redstone Dust. А кварц у меня где-то есть? У меня есть вот в таком виде кварц. Я сейчас, наверное, его поразбиваю. Или чуть-чуть просто сделаю. Чуть-чуть буквально с вами. И своим чудо-молотом пиу, пиу, пиу. Мне этого должно хватить. И мне нужен заряженный Certus Quartz. А, даже стэк получился, отлично. И мне нужен заряженный Certus Quartz. Он у меня тоже внизу, внизу. Там, кажется, обычный есть Certus Quartz и заряженный. Или он весь обычный? А, я не помню. Итак, это у нас... Это у нас сильвер. Это у нас просто кварц. А он у меня здесь обычный. А это Certus Quartz. Хорошо, Certus Quartz. Это Charged Certus Quartz. Как мы его можем еще получить? Размалывая. Его еще как-то можно заряжать, но он жрет много энергии. Кажется, оно называется Charger. Charger, и делается он из... Скорее всего, нам надо для начала сделать... А как я сделаю Charger, если у меня нету Fluix кристаллов? Так, я иду сейчас порыщу по своим сундукам и посмотрю, что у меня есть, а чего нету. Немножечко подкопили ресурсов, я выгребла по сусекам все, что у меня было, но надо бы уже как-то серьезно браться за это все дело. Итак, Energy Acceptor, не знаю, зачем мне его делать, если оно у меня уже стоит, разве что еще для какой-то отдельной Applied Energistic системы. Итак, этот красавец у нас есть. Предлагают либо генератор, либо сумочку. Я девушка рисковая и выберу все-таки сумочку. Теперь мне предлагают сделать ME-драйвер. И дадут хаузинги. Для ME-драйвера, насколько я помню, уже нужна какая-то плата. Даже не какая-то, а две алмазные платы нам надо. Значит, я сделаю еще как минимум три инскрайбера, да, потому что по-другому просто нельзя. Для этого мне понадобится еще 6 пистонов. У меня кончилось дерево. Неожиданный. Так, по числу предметов давайте выставим. Неожиданный поворот событий. Итак. Больше. 3, 4, 5. Есть 6 штучек. Ищем слайм. Слайма хватит. Вот так вот. Просто чтобы не вытаскивать вот эти фиговины, я поставлю их 4 штуки. И я надеюсь, что они присоединятся вот сюда к батареям. Или может не присоединяться. Вы будете кушать энергию отсюда или нет? Я надеюсь, что будете. Потому что я рассчитываю на это. И силикон пресс в первую. Логик это золото. Логик это золото. А, это алмаз. Значит, это будет кварц, а это будет алмаз. Отлично. И еще надо один. Еще надо как минимум один, чтобы все в кучу скрепляло. Хорошо, давайте еще два пистончика. Раз, два.
вами. Я надеюсь, что оно будет энергию там брать, потому что мне не хочется делать провода сейчас. Эй. Инскрайбер, еще один. Вот в этом буду собирать все в кучку. Надеюсь, все сработает. Итак, поехали. У меня должен быть силикон где-то. Да, у меня есть силикон. У меня есть редстоун. У меня есть золото. У меня есть алмазы. И, конечно же, у меня есть цертус кварц. Цертус кварц. Значит, сюда силикон. Работаешь. Отлично. Сюда золото. Кварц? Нет? Кажется, там чистый кварц надо. Кажется, для тех плат нужен чистый кварц. Где ты, моя красивая-красивая плата? Да, мне нужен чистый кварц. Для этого надо сделать эти акселераторы. Хорошо. Но пока что мне нужны именно... А, они сюда еще по одной штучке и вкладываются. Можно хопперы пока что поставить хопперы. Да. И тогда можно будет сделать по степу. Значит, мне надо больше железа. Мне надо как минимум 4 хоппера. Раз, два, три, 4. Это такие временные меры, дабы запуститься. Вот так вот. Раз, два, три, 4. Отлично. Отлично, что я могу взлететь и сделать это сверху. Вот. И поехали. Сюда силикон. Сюда золото. А сюда алмазики. И оно себе хоть... А оно так не принимает. Оно, кажется, спереди принимает. Вот же вредятина. Вот серьезно. Вредятина вреднющая. Просто. Хорошо, я ручками сделаю, чтоб вам было. Итак, для МЕ-драйвера мне нужны две алмазные платы. Поехали. Силикончик второй готов. Отлично. Алмаз, силикон, редстоун. Есть алмаз, силикон, редстоун. Так, две платы есть. Да, силикон это не силикон, это карбон. Да? Как-то так вы меня выправляли всю аграрку, но я так и не запомнила. Потому что для меня это силикон. В общем, теперь мне надо сделать проводов. У меня, кажется, здесь нету. Значит, мне они все-таки понадобятся. И делаются они из кварц. МЕ. Глаз, кабель. Точно флуикс? А ну. Мне кажется, ты меня сбиваешь с толку. МЕ, да, флуикс. Да. МЕ, глаз, кабель. Вот. Все, на что мне хватило. Еще раз. Вот так. 16. О, много делается. Эй, 36 штук. Отлично, и мы делаем еще один дополнительный. Почему оно там выложилось, я не понимаю. Дополнительный МЕ-драйвер. Мне бы больше, конечно, картриджи пригодились, но драйвер тоже хорошо. И следующее, что нам предлагают уже сделать, 1К Storage Cell и 4К Storage Cell. И МЕ-терминал. Что же мы сейчас можем осилить? Что же можем осилить? Потому что заряженный цертус я буду делать уже, наверное, за кадром. Это очень длительный процесс. А вот МЕ-терминал, я надеюсь, мы можем с вами сделать. МЕ просто МЕ-терминал. Вот, МЕ-терминал, это нужна золотая плата, Formation Core и Annihilation Core. Вот эти два кора. Я их называю кор добра и кор зла. Это Formation. А где Annihilation? Annihilation тоже, ему нужна золотая. Значит, нам надо две золотые платы. Два силикончика. Пускай себе делается.
И две золотые платы надо. Вот, да, он, кажется, принимает спереди. Вот если через Mine Factory, Steve's Factory делает, то там как-то попроще. А здесь надо с хопперами или сзади оно подается, забирается спереди. В общем, все очень заморочено с этими инскрайберами. Слишком заморочено, я бы сказала. Мне очень понравились те, что были в начале на аграрке, которые вы мне посоветовали, те, что по стеку сразу делали. Вот это было замечательно. По стеку закинул и вообще не переживаешь. Так, значит, коры делаем для начала. Делаем аннигиляционный. Почему ты так выкладываешься? Что с тобой не так? Formation core. Formation core. Flux powder. У тебя нету flux powder, и поэтому ты выкладываешь все, что только хочешь. Видите, здесь Ней немножечко шалит. Мне это не кажется, оно действительно шалит. О, семена. Просто толпа семян подвалила. Давайте пойдем сделаем еще несколько пудр вот этих из Flux. Успею? Не успею. Успела. Шустрые пальчики. На жарку они не отправятся. Вот здесь еще этот есть. Пускай будет. Нам надо 1, 2, 3 штучки. Надо бы уже с Thermal Expansion сделать пульверизатор, но это уже, наверное, в следующей серии. Все, 3 штучки мне будет достаточно. Ты еще это делаешь, да? Да, еще пыльку. Все, отправляйся ко мне, пылька. Идем обратно. Ну и что? Теперь ты сделаешь так, как надо, или нет? Или просто выложить и уже ручками. Да уйди ты. Значит, золото, это и кварц. Вот, Formation core. А для annihilation здесь просто простой кварц. Кварц адский. Annihilation core. Замечательно. Теперь делаем Нет. Где ты мой ME-терминал? Вот, ME-терминал. Нам нужна еще одна золотая плата. И все-таки Illumination, вот эта штуковина нужна. Я могу тебе сделать? Могу. И еще одна золотая плата. Я ее хотела сделать 3 штуки. Но что-то меня остановило. Вот есть третья. Сейчас. Пускай делает еще. И алмазики пускай еще делает. Почему бы и нет? Так, и запускаем сюда. Нету. Значит, мне они все-таки понадобятся. И делаются они из кварц. ME, глаз, кабель. Точно Flux? А ну. Мне кажется, ты меня сбиваешь с толку. ME, да, Flux. Да. ME, глаз, кабель. Вот. Все, на что мне хватило. Еще раз. Вот так. 16. О, много делается. Ей, 36 штук. Отлично. И мы делаем еще один дополнительный. Почему оно там выложилось? Я не понимаю. Дополнительный ME-драйвер. Мне бы больше, конечно, картриджи пригодились, но драйвер тоже хорошо. И следующее, что нам предлагают уже сделать, 1K Storage Cell и 4K Storage Cell. И ME-терминал. Что же мы сейчас можем осилить? Потому что заряженный Certus я буду делать уже, наверное, за кадром. Это очень длительный процесс. А вот ME-терминал, я надеюсь, мы можем с вами сделать. ME просто ME-терминал. Вот, ME-терминал, это нужна золотая плата, Formation Core и Annihilation Core. Вот эти два кора. Я их называю кор добра и кор зла.
Это Formation. А где Annihilation? Annihilation тоже, ему нужна золотая. Значит, нам надо две золотые платы. Два силикончика. Пускай себе делается. И две золотые платы надо. Вот, да, он, кажется, принимает спереди. Вот если через Mine Factory, Steve's Factory делает, то там как-то попроще. А здесь надо с хопперами или сзади оно подается, забирается спереди. В общем, все очень заморочено с этими инскрайберами. Слишком заморочено, я бы сказала. Мне очень понравились те, что были в начале на аграрке, которые вы мне посоветовали, те, что по стеку сразу делали. Вот это было замечательно. По стеку закинул и вообще не переживаешь. Так, значит, коры делаем для начала. Делаем аннигиляционный. Почему ты так выкладываешься? Что с тобой не так? Formation core. Formation core. Flux powder. У тебя нету flux powder, и поэтому ты выкладываешь все, что только хочешь. Видите, здесь Ней немножечко шалит. Мне это не кажется, она действительно шалит. О, семена. Просто толпа семян. Подвалила. Давайте пойдем сделаем еще несколько пудр вот этих из Flux. Успею? Не успею? Успела. Шустрые пальчики. На жарку они не отправятся. Вот здесь еще этот есть. Пускай будет. Нам надо 1, 2, 3 штучки. Надо бы уже с Thermal Expansion сделать пульверизатор, но это уже, наверное, в следующей серии. Все, 3 штучки мне будет достаточно. Ты еще это делаешь, да? Да, еще пыльку. Все, отправляйся ко мне, пылька. Идем обратно. Ну и что? Теперь ты сделаешь так, как надо, или нет? Или просто выложить и уже ручками. Да уйди ты. Значит, золото, это и кварц. Вот, Formation Core. Formation Core. А для Annihilation здесь просто простой кварц. Кварц. Адский. Annihilation Core. Замечательно. Теперь делаем... Нет. Где ты мой ME-терминал? Вот, ME-терминал. Нам нужна еще одна золотая плата. И все-таки Illumination, вот эта штуковина нужна. Я могу тебе сделать? Могу. И еще одна золотая плата. Я ее хотела сделать 3 штуки. Но что-то меня остановило. Вот есть третья. Сейчас. Пускай делает еще. И алмазики пускай еще делает. Почему бы и нет? Так, и запускаем сюда. Ах да, я хотела вам показать, как у меня сделана запитка. Я вот этот генератор высокотемпературный поставила. Но не смотрите, что он ничего не делает. Он просто так быстро все делает, что не успеваете заметить. Здесь полный генератор эссенции, потому что он запитывает этого красавца. В общем, уголь собирается и прям не перекрафчиваясь эссенции идет сюда. Мне не нравится эта система, я ее переделаю. Но, как видите, энергия копится. Она даже накапливается вот в некоторых. Те, что чуть-чуть порозовели, это те, которые подкапливают энергию. Не очень эффективно, но пускай. Так, плата готова, плата у меня уже в руках. Так что делаем наш... Из-за этих ферм у меня реально игра проседает. Так. Нет. Итак, как она называется? Циркут. Нет. Logic. ME-терминал. Та-дам! Замечательно!
и Formation Annihilation, да без разницы, лучше бы и того отсыпали. И дальше уже начинается. Теперь нас просят сделать крафтинг-терминал, а сюда уже нужна вот заряженная эта плата. Хорошо, в следующий раз это сделаем. Откроем сумочку, посмотрим, чем нас обрадовали. Да ты что, гнилая плоть, радость-то какая. Ну, то есть есть чем заняться. ME-контроллер даже предложат сделать. Отлично. Ну, не так, чтобы сильно много заданий, но все равно. Давайте вернемся вот в этот раздел и сделаем несколько машинок из Thermal Expansion. Induction Smelter, например. Induction Smelter. Хотелось бы их немножечко поулучшать и использовать. Итак, нам нужна, собственно, машин фреймы Basic и тингиры. Мне их понадобится штучек 10. Я надеюсь, что на 10 не хватит стекла и железа. 7, 8, 9, 10. Есть. Теперь мне нужны коилы. Я их тоже сделаю 10, но там не всех машинках нужны именно такие. И нужны вот такие iron шестеренки. Хорошо, у тебя нету палочек. Беда-то какая! Беда, просто беда. Нам нужны шестеренки. Я думаю, что они еще пригодятся. Так что induction smelter. Та-дам! И в награду мне дадут еще 6 шестеренок и еще один coil. Теперь мне предлагают сделать Igneous Extruder. Замечательная машинка, работает медленно, но стабильно. Медленно, но стабильно. Итак, что нам надо для этой машинки? Я вам скажу, крафт с Applied Energistic просто песня. Нам добиться обычный машин фрейм тоже подойдет. Пистон, я сказала. Дерево опять кончилось. Так, машинка, пистон. Пускай лежат несколько. Дальше, что нам надо для нее? Нам нужны медные шестеренки. Вот так вот. Нам нужен пневматик серво. Несколько штучек. И походу уже можно забирать. Ей, отличная штуковина, мне предлагают выбрать что-то одно. Я выберу ведерко лавы, потому что это лава, это ж лава, это ж логично. Дальше, что нам предлагают сделать? Leadstone Energy Cell. Leadstone Energy Cell, не такая уж хорошая селла, да и в принципе при наличии... При наличии Ender IO делать какие-то другие накопители энергии не вижу смысла. И золотая. Вот. Leadstone Energy Cell. Есть такая буква. Отлично. Может, мы ее куда-то и приспособим. Hardened Energy Cell. Hardened Energy Cell — это уже нам понадобится, кажется, инвар. Hardened Energy Cell. Да, нам понадобится инвар. У меня есть немножечко инвара. И инвар. Он буквально 6 штучек. Давайте его пойдем зажарим. И его для задания будет достаточно. Я его даже выращиваю. У меня точно есть семечко инвара. 100%. Но я его еще не собирала и не использовала. Это буквально тот феррус, который у меня... получился при перемолке железа, я его решила прям в инвар превратить, потому что никакого лучшего применения пока что я для него не нашла. Итак, это сюда и Hardened Energy Cell. Вот так вот. И в награду Ferrous возьму. Что-то еще открылось. Теперь уже открылись Capacitor банки и провода. Leadstone Flux Duct. Leadstone Flux Duct. Я не могу их нормально выговорить. Пускай будет вот так. Да, тут такими закромами сейчас начинает.
и Hardened. Hardened, кажется, надо инвар просто к этому прицепить. К флагсдакту. Нет? Как? Флагсдакт. Иди сюда, я посмотрю, как тебя улучшить. Улучшить. А, 3. И снизу еще редстоун. Раз, два, три. Редстоун и инвар. Этого для задания будет достаточно? Достаточно. Ровно 6 и надо было. И сумочку нам дают награду. То есть какими-то такими закоулками. Вот здесь столько места, может, будут еще задания, но какими-то такими закоулками идет. Enervation Динамо. Динамо. Я, кстати, даже не знаю, на чем Enervation вот этот. У меня есть Электрум. У меня есть Электрум, мне его предлагают просто сделать вот эту машинку. Что пишут? Она кушает редстоун и производит энергию. Кстати, хороший вариант. Редстоуна у меня реально много и очень много. Что еще с машинок мне предлагают? Мне предлагают сделать Fluid Transposer. Fluid Transposer, для него ничего такого сложного и не надо. Почему оно подставляет что-то очень странное? Я не могу понять. Есть Fluid Transposer. Что с ней? Что с автоподстановкой? Просто что-то невероятное творится. Теперь Magma Crucible предлагают сделать. Просто пир какой-то. Magma Crucible. И здесь нужны незербрики и батарейка. Это, наверное, оставим на потом. Ну что ж, в перемешку просто Thermal Expansion, Ender IO, все скопом навалили. Здесь отдельный раздел по Mine Factory. Здесь так и не открылось ничего. Интересно. В общем, ребятки, я за кадром, наверное, настрою выработку плат. Или же займемся этим в следующей серии, а за кадром я заряжу кристаллов, потому что мне нужны вот эти чистые Pure Crystal. Много их надо. Надо несколько стеков сделать, а это достаточно трудоемкий процесс. И уберу эту систему. Она мне не нравится. Надо сейчас накопить ресурсов, точнее даже не накопить. У меня много ресурсов, их просто надо перекрафтить, то есть сделать какую-то систему переработки. Возможно, прямо здесь, или же передавать куда-то сначала выплайт энерджестик, а потом из нее уже на переработку. Хотя отсюда, через Mine Factory, было бы лучше. Не Mine Factory, а Steve's Factory. Посмотрим. Но это уже в следующей серии, потому что я как-то сильно увлекаюсь машинками, потом серии по 40-50 минут. Ну что ж, ребятки, в этой серии наконец-то доделали плат, открыли ветку хорошенько с Applied Energistic'ом, есть чем заняться, куда стремиться, надо увеличивать вместительность, потому что здесь буквально, как видите, 4 драйвера по 2 карточки, я это очень быстро забью со своими аппетитами и масштабами выращивания. На этом все, с вами была Флешка, и всем пока-пока!